мошенники на Авито сейчас действуют следующим образом. Пишут: здравствуйте, кресло еще продаете? Я говорю: да. Они говорят: можно ли купить Яндекс доставкой? И говорит: оформлю, оплачу, курьер приедет, заберет. Я говорю: можно. Он говорит: какое время можно забрать? Я пишу там, значит, адрес. Вот. Они пишут и присылают ссылку на какой-то там Яндекс Деливеринг, да, какой-то фишинговый сайт, где некая Пронина Анна Владимировна, вот, типа, для того, чтобы получить от нее 2000 рублей, нужно перейти и что-то там оформить. Вот, соответственно, когда вы здесь вводите номер карты и пишете «получить средства», с вас просто эта сумма списывается. Вот. Вот здесь даже невозможно эту сумму поменять к оплате. Вот. Дальше, соответственно, возвращаемся. Ну, я, естественно, сразу понимаю, что это розыгрыш, думаю, может, тоже разведу эту женщину, которая, наверное, из какой-нибудь колонии пишет. Вот, пишу, может ли она мне скинуть комиссию за платеж, она говорит: нет никакой комиссии, спрашиваю инструкцию. Вот, и вот она в инструкции пишет: важно, некоторые банки могут трактовать данную процедуру как списание. Дескать, вы для проверки банковской карты сервис замораживает с карты продавца сумму, эквивалентную цене товара. Вот, в общем, маразм полнейший. Не рубль там, да, а именно равную цене товара. То есть, по сути, вместо того, чтобы получить эту сумму, с вас она спишется. Вот. Ну, соответственно, я пытаюсь ее развести и говорю, пишу, что у меня на карте не 2000, поэтому списание не происходит. И прошу перевести на карту, привязанную к номеру такому-то, пассивную для нее сумму. Вот. Пишет: у меня нету. Вот. Пишу, по какому адресу доставить. Вот. Ну, очень дальше ее немножко троллю. Ну, естественно, человек все завис в своей тюрьме. Вот. Ну, естественно, этот сайт нигде не находится, этот Яндекс Деливери. То есть на нем никаких других больше там страниц. Если Яндекс Деливери вы удаляете здесь, то здесь, естественно, ничего не находится. Вот. То есть сайт, по сути, нигде, никаких поисковых системах не проходит. Вот, нигде он неизвестен. Вот поэтому такие вот мошенники. Ну, написал службу поддержки Яндекс. Надеюсь, что они там заблокируют этих мошенников. Вот так вот. Будьте осторожны. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.